Огурец измельчить, помидор кубиком. Четверть луковицы нарезать кубиком. Нашинковать веточку укропа и петрушки. Нашинковать несколько листьев салата. Полстакана сметаны смешать с кетчупом, двумя зубчиками чеснока и присолить. Две грудки нарезать кубиками. Добавить сухой чеснок, черный и красный перец, соевый соус, масло. Мариновать 1-2 часа. Мясо пожарить в сухой сковороде. Салат присолить. На лаваш намазать соус, выложить половину мяса и салата. Блюдо свернуть конвертиком и обжарить с двух сторон на сухой сковородке. Готово! Ставь лайк, подпишись на мой канал.